Всем привет, с вами, как всегда, я Рустам, и мы играем в Minecraft Pocket Edition. Это у нас 18-я серия, вроде, да. Так что, подпишитесь на канал, поставьте лайк под это видео, и хочу сказать важную новость. Я не снимал видео позавчера, в выходные, потому что, как бы, у меня вообще не было времени, просто. Ну, скоро Новый год. Надеюсь, к Новому году все мои проблемы уже решатся. И мы как бы. Я буду снимать много разных игр. Просто такое бывает иногда. Паук. Кея. Все. Эй, не больно. Так, ну, в этой серии мы алмазы искать не будем. Да, как неудивительно. В этой серии мы как бы улучшим нашу ферму и сделаем огород нормальный. Так что я пошел. У нас уже много золота там всякого, много руды. Мы такие красивые все. Ну, так что мы идем. Надо все вещи лишние скинуть. Нет, хлеб оставим. Это скинуть. Нет, землю мы возьмем. Лестницу уберем. Это уберем. Убрать. Тоже убрать. Тоже. Это. Верстак не будем убирать. Так, ну и остальное. Кроме угля убираем. Так, теперь... сюда железо, сюда уголек, так, и куда? Еще 12 сюда. Так, а золото переплавится потом. Все, погнали. Так. Так, давай. Все, погнали. А, забыл кое-что взять. Сейчас я посмотрю в каком-то сундуке. Так, вот они, ведра мои. Ведра надо взять. Все, погнали за водой. Так, все, воды набрали почти. Оп. Воды, о. Все, вода. Ну, давай. Чуть. Раз, два, три, четыре, пять. Да ё-моё. Ай, ладно. Скелет. Там скелет. Все. Че, увидел меня? Ну, пока. Дружок мой. Мой юный друг. Не, ты мне не друг только. Так. Две и две. Значит, лопату надо сделать. А из чего? А лопату делать не из чего. Лопату найти, то есть сделать. Ага, палки надо взять. Палок нету. Текс, все, лопата. Погнали. Блин, уже почти... вся серия прошла, а мы уже ничего не успеваем. Опа! Сегодня у нас будет только одна серия, и ну, каждый день примерно там по одной серии. Может, это по две будет. Но это редко. Так, ну-ка, наполним. Да? Идеально, просто идеально. Вот. Так, ведерышки мы сейчас их выкинем.
конечно же, и к ним. Стак. Все, стакнули. Так, все. Теперь нам нужны ножи, которые мы забыли дома. Не, весело просто вообще. Грабушки, брейк. Так, ну, обычный огород мы улучшили. Только садить нам нечего нам на него. Так, потом посадим в следующую серию, уже все посадим. Ну, если в этой успеем. Так. Вот так все круто мы засеяли. Все. Вот наше поле готово. Семенами вот посадим. Так. Дальше мы... Тихо. А, никого. Так, дальше нам нужно много дерева. Сейчас в доме посмотрим быстро. Есть у нас дерево или нет. Наверх. Так, у нас есть ступеньки, а дерева нет, да? Ну, круто, у нас зато сундуков много. Камня там всякого много. Камень тоже подойдет. Булыжник. Зачем вот это делать? Ну, так легче, намного. Дерево искать. Мы сделаем забор. Блин, не то сделал. Ладно, стена из булыжника. Вот они. Все, сколько у нас? 60 ровно подойдет. Так, мы будем разводить куриц. Курица это хорошо. Курица это очень хорошо. Хоп. Так. Вот мы их тут будем где-то разводить. Сейчас загончик им сделаем. Да, для этого мне это все нужно. Так. Вот такой будет большой загончик у наших курочек. И где будет вход? Вход будет вот тут. Все, вот он. Сейчас мы сделаем калитку. Так, топорик. Сейчас срубим дерево какое-нибудь. А у дерева-то где? Вот оно. Нам одного дерева будет достаточно, вполне. Все, срубили. Выходим, идем дальше. Так, надо покушать. Покушаем. Хлебушек наш вкусный. Так, теперь... Ага, теперь надо все это скрафтить еще. Так, вроде нам нужны доски. И вроде нам нужны палки. А где палки? Реально, где палки? Что сделать? Я не могу. А вот они. И где-то... Ага, вот она, трубовые ворота. Потому что ворота из булыжника я не видел, что можно крафтить. Правильно? Вот, ворота. Да, булыжниковых ворот не бывает. А очень жаль. Ну, погнали. Так, где мои ворота? Вот она. Ворота. Для переворота. И смотрите, видите? Фокус-покус. Опа! У нас теперь есть ворота. Семечки есть? Семечек нету. Нужны семечки. Потому что курицы приманиваются семечками. Да, только еще курицы надо найти. Потому что куриц я тут вообще не вижу. Ну, найдем. О, все, вот семечко. Идем за курицами. Искать их.
приключения за курицами. Ох, ох, ох. Так. Тростник! Тростник, тростник. Иди ко мне скорей. Так, мы вот сейчас сюда идем к куру. Может, найдем тут куриц. Тен-тен-терен-терен-тен-тен. Ну, блин, тут только овечки, а курица что-то нету. Все, нарубили. Курочек-то нету. О, какая беда у нас произошла. Блин, реально, куриц-то нету. Вечер уже, ладно, все, погнали домой. Блин, вообще куриц нету. Загон для куриц, но без куриц. Ужас. Кто это такой? Плохой так сделал. Так, ну блин. Ну сейчас поспим, пойдем смотреть куриц. Потому что эти курицы просто как курицы. Погнали вон туда. Мы будем это... Скелет, тебе тут не жить. Он сейчас сам сгорит. Я хочу тебя убить. Ну, а ты что убегаешь от меня? А? Пока, скелетик. Все, мы идем вон туда. Я буду вот землей. Вот так. Отмечать дорогу. Курица! А есть еще одна? Хочу две курицы. О, нет, это овечка. Блин, вот нам вообще повезло. Идем, идем. Цып. Цып, 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 цып. Цып, 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 цып. У нас есть цыпа. Вот, иди за нами, иди за нами. Ах, какая у нас курочка послушная. Иди сюда, иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Ой. Блин, люблю я курочек. Они такие смешные. Да. А курочка может через забор пройти? Ладно, не будем экспериментировать. Курочка ко мне. Цып, цып, цып. Цып. Вон цыпа. Ага, вот тут у нас проблема. Чтобы, а то кто-то залезет и съест наших курочек. Все, проблема была устранена. Пока. Покормлю тебя. Все. Так. Все. Курочка у нас там. Барашки нам не нужны. Но у нас есть еще одна проблема. Вот так. Ну. Майнкрафт, я еще раз повторюсь, прям как в прошлой серии. Это очень красивая игра. Вот она просто такая вот, такая интересная, красивая. Она просто всем нравится. Вот хожу я с мечом, бью там кого-нибудь. Ну вот так все просто. Все красиво, очень. Могу задом ходить, могу передом. Ну как, челлендж, дойду я до дома передом. Тихо, тихо. Давай, давай, давай. И в дом надо зайти. Ага, ворота. Так, давай, давай. Надо закрыть, закрыть. О, все. Ну, с вами был, как всегда, я, Рустам. И мы прощаемся. Всем удачи, всем пока. Поставьте лайк, подпишитесь на канал и все.